Приднестровье в самоизоляции. В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции жителям республики рекомендуют оставаться в своих домах и квартирах. Решением оперштаба 4 апрельских дня стали дополнительными выходными. Выходных нет у коронавируса. Данные о заболевших приходят ежедневно. Ровно за месяц их количество возросло до 326 человек. По данным пресс-центра МВД, на утро среды, 22 апреля, в карантинных госпиталях республики проходят лечение 294 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 15 человек. Успешно прошли лечение и вернулись домой 17 приднестровских граждан. Каждый из них после выписки из медучреждения обязан соблюдать режим самоизоляции в течение 2 недель. Все это время выздоровевшие будут находиться на домашнем карантине под наблюдением участковых врачей. По прогнозам оперштаба, в ближайшее время в Приднестровье возможно увеличение числа подтвержденных случаев коронавируса. Это связано с массовым тестированием всех тех, кто задействован в борьбе с COVID-19. Сейчас на коронавирус проверяют медиков, сотрудников МВД, госбезопасности и Минюста. Планируется протестировать тех, кто шьет защитную одежду, и поваров, которые готовят еду для больных коронавирусом и их лечащих врачей. Экспресс-тестами на COVID-19 снабдят станции скорой помощи, приемные отделения лечебно-профилактических учреждений и пограничные пункты. Сейчас режим самоизоляции – один из верных способов избежать инфицирования. Ближайшие дни Светлой Седмицы не рабочие, правда, потом вынужденные выходные отработать придется по субботам, осенью и зимой. Не распространяется это ограничения на врачей, милиционеров, госслужбу исполнения наказаний и Минпрос. Школьники учебу онлайн продолжат.